попробуем доехать до Копеймора. Я последний раз 3 года там пытался, так не получилось. В лесу красиво. Уже рябина красненькая, другие кустарники. По пути Липовские карьеры. Разобрано здание управления. Вот тоже что сосничок. А это дорога на месторождение Шайтанского перелифта. 500 и уже там перелив пошел. Едем в село Октябрьское, бывшая Шайтанка. Поэтому и месторождение перелив-то Шайтанским назвали. Там своротка. А копик яма, окуловый яма. Доел, мать. Доелки зеленые. И появляется сразу вопрос, а туда ли я еду? Или все так изменилось за эти года? Или я действительно не по той дороге еду? Тут десятки отвороток. Не знаю, ну посмотрим вот тут вот. Раскорень стоит. Как тут не побывать? Какую березу вывернула. Ничего, ничего. Конечно, большие машины ходили. И это плохо. Там плохое место проехал, но не до съемок, конечно, было. Тут вот опять ни то, ни сё, и не перепрыгнешь. Валежник этот. Рубить придется. Дорогу хоть почищу. Время только. Время. День-то короткий. Из леса надо светло вылезти. Да. Там вон в рубахах где-то. Посмотреть хоть. Айфон пишет, связи нет, GPS-ка не пашет,
навигатор накрылся. Ну, уже хрен знает, куда едешь. Уже по габаритам не вписываешься. Не взял с собой ни кайло, ничего. Кварц, кварц. Так, если он был здесь, поднимем якобы дерево, значит, ну вот тут я и не вижу. Ой, блядь, какой он тяжелый. Тяжелющая какая-то руда, что ли, железная.
сдал. Сейчас оттуда лапа такая Мишкина. Кварцевые прожилки. И лимонит, что ли, это? Может, спецы подскажут. Вот это скол сделал. Смотрим. Стучит. Ну и с той же си. Здесь большие куски типа кварцевым нанитом, а здесь вот кварц. Ехал, не заметил. Ага, чье-то да, знакомая накладка. Да, здесь она была.